Здравствуйте! Добро пожаловать на канал! Сегодня будет распаковка вот такого предмета для творчества. У меня на канале есть еще распаковки всяких других товаров. И ссылку на плейлист я оставлю вам в описании. Так что, если интересно, обязательно смотрите. Не забывайте подписываться, ставить пальчики вверх и комментировать. Ну а теперь давайте приступать. В данном случае это тесто для лепки, и в него входит 6 цветов. Конечно, один из самых часто встречаемых таких, скажем, или условий, или надписей на коробке, это возраст от 3 лет. Как обычно, я напоминаю о том, что у меня ребенку меньше, чем 3 года. Вот, но так как он будет это все делать под присмотром взрослых, то поэтому как игрушки, так и всякие другие предметы используются раньше, чем ему наступит 3 года. Вот. Ну вот так выглядит коробка. И хотя здесь вот изображено 8 цветов, но на самом деле, как мы видели на передней панели, надпись их входит 6. Собственно, вот и здесь то же самое. Вот. Что здесь еще? Здесь вот кратко расписано, что здесь можно сделать, какой материал. Вот. Дальше вот такие значки, которые показывают характеристики этого товара. Вот. То есть, вот, фактура застывает со временем. О том, что не липнет к рукам и поверхностям, возможно использование для снятия стресса, и точно так же вы можете смешивать цвета между собой для получения каких-то интересных комбинаций. Вот это вид сверху и вот так снизу. Давайте еще посмотрим, что вот здесь. Ну, здесь, естественно, инструкции, всяческие предупреждение. Вот что входит в набор. Тесто для лепки 6 штук, еще есть какой-то комплект аксессуаров и сама инструкция. Так, и здесь все то же самое, только уже на русском и на казахском. И для тех, кто, может быть, не слишком силен во всяком творчестве, вот показаны комбинации цветов, что вы получите в итоге. Ну, теперь давайте откроем и посмотрим на все эти баночки по очереди. Итак, начнем с розового цвета. Здесь на крышке вот такая, думаю, что это лягушка. Вот. И вот оно тесто. Ну, оттенок достаточно яркий, насыщенный, но так как оно в упаковки, то сказать вам о том, чем оно пахнет или не пахнет, а если пахнет, то насколько насыщенно или резко, пока я не могу. Следующий цвет у нас красный, и здесь уже фигурка совы. Вот он красный. Так, следующий цвет у нас будет белый. Здесь вот такой мишка. Ну, как видите, упаковки абсолютно простые, прозрачные, и на них нет никаких надписи или указания, или еще любой другой информации. На зеленом цвете обезьянка. Ну, видите, цвета, в принципе, вполне соответствуют цвету крышки. Оттенки не так уж и сильно отличаются. Так, на синем у нас снова повторяется сова.
последний цвет это будет желтый. И вот тоже сова. Как видите, из 6 штук в наборе 3 крышки с изображением совы. Так, теперь смотрим, что здесь есть еще. Здесь есть вот еще инструкция. Вот такая вот длинная, достаточно простыня. Так, вот о том, что тесто затвердеет через сутки, если вы его оставите в открытом виде. Кстати, именно по этой причине мы и покупали для ребенка их в баночках, потому что очень много различных вариаций, когда содержится просто в пакетике. То есть вы пакетик открыли, а дальше нужно опять изобретать велосипед, где же его хранить, так, чтобы доступа воздуха было поменьше, чтобы вы в следующий раз могли воспользоваться им, потому что это не совсем обычный пластилин, это именно тесто для лепки. Вот, поэтому сразу брали вот такое в баночках, то есть открыли полиэтиленовый пакет, понятно, выбросили. Вот, но в то же время потом сложили это тесто в баночку, и доступ воздуха ограничен, значит, в следующий раз вы им тоже можете воспользоваться. Именно по этой причине мы брали вот такой набор. Ну вот видите, кратко, как можно создать птичек, вот инструкция, и другие всякие вот разные элементы, клубника, звездочка, мишки, котики. Ну, в общем, это так, просто пример. Естественно, это все не обязательно, это вы выбираете, что лепить, какой у вас возраст ребенка, что он сможет осилить, например, чем он меньше, тем ему нужны элементы попроще, то есть какие-нибудь шарики покатать, сделать ягодки или там провести линии и получить звездочку, чем, конечно же, делать уже полноценную там какую-то птичку. И вот он, набор аксессуаров, а именно это вот такие вот глазки. Вот, видите, глазки. И точно так же здесь есть вот такие вот темные какие-то, есть какие-то темные бисеринки. Ну, естественно, что с ними делать, куда их использовать, решаете вы. В конце концов, если у вас ребенок совсем маленький, вы боитесь, что это может быть небезопасно, вы просто его не применяете, да и все. Ничего тут такого страшного нет. Глазки можно для животных или птиц, или человечков сделать и из пластилина, просто другого цвета, да и все. Поэтому все зависит от вас. Не хотите, можете этим не пользоваться, да и все. Ну вот так вкратце я вам описала этот набор, показала. Естественно, что в нем как бы меня смущало, это то, что здесь нет никаких формочек. Ну вот разве что те, которые есть на крышках, для того, чтобы можно было что-то лепить. Но в конце концов, для начального такого стартового набора этого достаточно. Кроме того, есть у нас дома еще формочки для изготовления печенья. Там тоже есть звездочки, кружочки, полумесяцы. Так что их вполне можно использовать для этого теста, поскольку они не очень большие по размеру. Так что думаю, что для подобных целей они тоже будут вполне неплохо смотреться. Вот. Но, конечно же, о том, пахнет эти все субстанции или нет, как они пахнут, как они себя ведут, затвердевает ли, хорошо ли хранится в баночках, вообще как оно ребенку, в принципе, это все интересно ли, насколько это занимает его внимание и так далее. Я все это обязательно подробно расскажу уже в полноценном обзоре, освещу все моменты, детали, нюансы, связанные с его использованием. Так что не забывайте подписываться на канал, чтобы это ничего не пропустить. Поддерживайте пальчиками вверх и увидимся в следующих видео. Пока!